8 августа 2020 года. Мы находимся в Овидиополе по улице Транспортная. Неизвестные лица выкинули труп собаки, аккуратно завернули его в тряпочку и не посчитали нужным захоронить. И теперь тут на всю улицу идет запах. Мы позвонили сейчас директору коммунального предприятия «Водопостач». Он пообещал вопрос решить. А ко всем жителям обращаемся. Уважаемые жители, если у вас умирают домашние животные, позаботьтесь так, чтобы вы сделали это захоронение, а не бросать посреди улицы, чтобы распространялся неимоверный запах и всякая зараза.